Доброе утро, друзья. Посмотрите, как дерутся паразиты. Лень, что делать? Посмотрите, как выглядит зеленая опушка, которую мы им вчера поставили. Все съели до грамулечки. Зачем ты лезешь на этот слезь? Сейчас же перевернешь. Отталкиваться будешь и перевернешь. Обормотина. Сыворотку. Вот так. Ну, сейчас ролик не о них, а вот об этих красоточках. Я сразу первым делом сюда заглянул. Тут ничего нету. Почему первым делом сейчас займемся ими? Потому что у меня чистые руки. После акрола нужно проверить гнездо. Не можно, а нужно. Я вам уже об этом говорил, что вы обязательно должны проверить гнездо, потому что... Драки у цыплят. Потому что могут быть мертворожденные, а могут быть просто погрыженные самой крольчихой. Тебе весело? Я еще ничего не делал. Давай сейчас этих сначала посмотрим. Поэтому сейчас я все открою. Я взял перчатку. И... просто посчитаю, ну не то, что посчитаю, оно-то не важно, сколько там, ну я-то посчитаю, интересно, но не важно, сколько есть, все наши и хорошо. А главное, чтобы они там все были целенькие, ну и живые. Как вас сюда закрепить, я не знаю. В общем, у меня этот же жансет ее. Я сейчас вот прям по самой клетке потру рукой и полезем в гнездо. Я взял перчатку. Все равно то одну, то вторую. Не знаю, какие-то нашел. Как раз, не как раз, думаю, влезу. Вот. И просто посчитаем сейчас малышню. Это моя, ну, то есть, как бы, предосторожность. Много кто занимается с кролями, скажет, что это лишнее. Но я переживаю. У меня один выводок, и я не хочу, чтобы она их побросала там или еще что-то. Я вообще еще не заглядывал, не знаю, как там дела. Вот она здесь сидела, это ее запах. Вот это ее шерсть. Вот так можно сделать. Ну, вот этот пушок, вот так руку обтереть. Вот здесь она сидела, это вот, как бы... как-то так. Все ли в порядке? Все в порядке. Все в порядке. Пуха, что скажу я вам по поводу пуха? Пуха мало. Я вижу, что пуха мало. Но ничего не сделаешь. Вот так еще можно ручку потереть. Как бы по-всякому. Ну и посмотрим. Кормила она их, не кормила. Они должны быть все пузатенькие, если кормила. Ну, может, еще и не кормила. Если она их вечером окролила, то, возможно, еще и не покормила. Как-то так. Сколько их здесь? Сейчас как-то нужно... вот так. Вот так. Раз. Но не пустые. То есть не супер голодные. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, божечки, как много, 9, 10, а тут 3, да, 11, 12, 13, как много. Все, дальше просто пух, и его там много. Как бы гнездо из пуха большое, но она весь пух затрамбовала в землю. Вот так. Все, короче, очень много. Это нехорошо. Понимаете? То есть выкормит она их или не выкормит, нужно будет за ними наблюдать, потому что может быть такое, что 13 просто физически она не сможет выкормить, а это значит, какой-то крольчонок пропадет.
мне вы писали даже в комментариях, что оставляете не больше 11 штук у крольчих. Как это сделать? Кого убрать, а кого не убирать? Это непонятно. Вот так, все. Пуха много, крольчата горячие. Все. Типа вот так, пусть отдыхает. Думаю, что я ей не сильно, ну, как бы, навредил. Ну, вот такое гнездо большое. Я в шоке. Зачем она так сделала? Было бы хорошо, если бы это привело мало и можно подсадить. Крольчат можно подсаживать. В этом никакой проблемки нету. Только проблемка в том, что у этой крольчихи нет крольчат. Тоже пузатая. Хорошо, пузатая. Вот сравните. Видите, у этой бока запали. А это какая пузатая. Когда... А вот это уже мне не нравится. Зачем ты это делаешь? Вали отсюда. Гляньте, что она тут устроила. Туалет. Она как бы сюда прячется. Типа это ей... Вы видите, что она делала? Сухие горохи. Но я их выкинул. Устроила тут обормотина туалет. Типа еще как бы не надумала кролиться туда. Вот сюда. Ты что устроила, гля? Зачем ты это делала? Вот так, чтобы она сюда не шла. Сделаем вот так, пусть по-новому готовит дом. Потому что это нехорошо. Вот. Кролиководы. Я не кроликовод. Это так, я всегда ними просто играюсь. Ну, как бы, ни на мясо их не держу, ничего, не знаю. Что делать, что их 13 штук? Это ж нехорошо, то есть она их всех не прокормит. Или напишите свою, ну, то есть, вот свои истории. Было ли у вас такое, что вот так много крольчат в окроле? Что вы с этим делали? Пожертвовать тремя? Или дождаться еще одни сутки? Вот эта девочка. А возможно, даже и ждать не надо. Может, сегодня окролиться. Получается, у той вчера был 30-й день, а у этой сегодня 30-й день. Ну, как-то так. Знаю, что... Ну, я много чего знаю про кроликов. Но вот что делать с таким большим выводком? У меня ни разу не было, чтобы она такой большой выводок выкормила. И сейчас я по ним не вижу, что они накормлены. Что делать? Вот вам, да, радостное событие, типа вы пишете год кролика, подарок на год кролика. Правда, спасибо всем большое, что пишете, поздравляю с крольчатами, типа год кролика, вот тебе и крольчата на год кролика. А что сделать с таким большим количеством? Я не знаю. Залазь, обормотка. Еще вот спрашивали, как часто можно случать крольчих? Это по вашему усмотрению. Крольчиха быстро восстанавливающая животинка, поэтому можно проводить уплотненные окролы вплоть до месяц в месяц, можно и так делать. Вот вы знали, что крольчиха вчера окролилась, и прям в день окрола она приходит в охоту. Вот она окролилась, и она сейчас в охоте. Вы ее можете пустить до самца, и она опять покроется. И ровно через месяц вам приведет новых крольчат. Но тогда нужна ранняя отлучка, это не очень хорошо. Если вы хотите уплотненные окролы, но не так прям мощно уплотненные, то можно покрывать крольчиху через 2 недели после окрола. Потом где-то в месяц и неделю вы отлучаете крольчат от нее, и она недельку сидит без них. И поправляется. О, лепешечка. Разница какая между крольчиками, да?
Та, которая еще с крольчатами внутри, и та, которая уже кролилась. Это такая худая, это такая лепешка. Мамуль, а что ты с домика не вылазишь? Тоже домик для малышни. А ты туда гадишь. Обормотина. Вот так. Буду ли я покрывать крольчиху в скором времени? Думаю, да. Думаю, да. Ну, а чё? Чё тянуть? Крольчиха молодая, крепкая, здоровая. Можно до 6 кролов подряд так делать. Я не буду так делать. Ну, как бы я буду давать им перерыв. Но зимние крольчата всегда самые крепкие. Поэтому хочется, чтобы еще где-то в феврале появились крольчата. И нужно, знаете как, нужно еще тогда успеть, чтобы еще где-то на апрель появились крольчата от тех же самых крольчих. А тогда на лето им давать отдых, потому что летом жара, крольчихам тяжело. У них повышенная, ну то есть повышенная жажда. Они могут летом разбрасывать крольчат. Крольчата летом в гнездах сами разлазятся, потому что им жарко. Поэтому, ну вот... Так как у меня вот сейчас околись, то где-то до мая надо, чтобы было еще там 2 крола, и все, и пусть отдыхают до сентября. В сентябре опять покрывать и на октябрь. Как-то так, да? Лепешечка. Какая лепешечка лежит. Ну вот так. Скажу вам честно, такое количество крольчат у нее в выводке меня расстроило. Потому что... И вручную я кормить не хочу, потому что нужно им специально что-то готовить и покупать где-то молоко. А сейчас непонятно, где его можно найти. В общем, короче, я не знаю. И убрать жалко, да? Почитаю ваши комментарии, напишите мне по этому поводу. Очень интересно послушать. Ну, такие дела. Ладно, друзья, а я буду управляться. Да, переживаю именно за то, что из-за того, что их много, один раз она покормит, присосется один крольчонок, а второй раз, а если она будет, не будет их кормить часто, а второй раз присосется второй крольчонок к соску и... Просто не доживет до следующего кормления и будут чахнуть не там лишние, а все. Вот этого я боюсь. Все. Значит, просто ждем еще вот эту, а потом будем что-то решать. Да? Ты пузатый? Это я вам и при ощупывании. Помните, когда я их ощупывал, я вам сказал, что в той больше, их чувствуется, они везде. А в это я сложно мог нащупать. И я ее даже им показывал, ну, рассказывал, что буквально, когда делал, ну, тут уборку, я взял крольчиху и пускал ее до крыла. Это буквально вот было недавно, потому что я ее второй раз ощупал. И там, ну, как бы не сильно пузатая она была. И я думал, что это. Возможно, у нее мало крольчат, но надо, чтобы она с этим не затягивала. А я бы тогда пересадил. И еще спросили, почему у нее есть это серенькие крольчата, если она белая. Ну так вот это ж ее сестра, поэтому у нее как бы есть предрасположенность к разноцветным крольчатам. Да и плюс это ж не покрытие чистопородными крылами, ну, друг друга. А я имею в виду, и она такая, и крол такой. Крол совершенно другой, поэтому цветовая гамма у малышни может быть абсолютно разная. Да, девчатки? Все, закрываю дверь. И буду управляться. Всем хорошего дня. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока. И вы же должны понимать, чем больше крольчат, тем они меньше в размере. То есть, видите, они сразу родились небольшими. То есть, в них около 40 грамм, а могли быть до 70. Сразу, то есть, потенциал роста у крольчат. Ну, вот так. Может, не нужно было подстраховочное вот это покрытие делать вечернее. Понимаете? То есть, крольчиха покрылась немножко с одного раза, со второго, тут еще и третий раз я их пустил вечером через 12 часов.
И там еще зародились крольчата. Ну вот так. Ладно. Что будет, то будет. Будем наблюдать. Есть, знаете, есть возможность... Да нет такой возможности. Загоны малые. То есть нет специализированных клеток, например, с двумя маточниками, в которых... Ты, как я рассказывал, что на некоторых маточниках, ну вот на кроликофермах открывают маточник, чтобы она их покормила один раз в сутки и закрывают, и все. То есть, а в таких случаях они берут, рассаживают. То есть я точно знаю, что они рассаживают там по 9, по 10, по 11 крольчат на одну крольчиху, а остальных подсаживают тем, у кого меньше. Но там есть кому подсадить. Но можно еще было бы сделать, разделить крольчат на две кучки и одну кучку кормить один день, ну то есть утром, а вторых вечером. Ну типа закрывать и тех, тех открывать поутру, а тех открывать вечером. Как это можно организовать в такой неприспособленной аматорской клетке, понятия не имею. Ну, как-то так. А вот эти все стрессы, типа делить будку напополам, разложить половинку туда, сделать дверки, это я только сделаю стресс, что она их вообще бросит. Так, это все мои мысли вслух. Будет все хорошо. Сегодня кролица серая, у нее будет 8 штук, мы ей подкладем 2, у нее будет 10, а у той 11, да? Именно так и будет. Мысли должны материализоваться, да? Все. Всем хорошего дня, ну и всем пока-пока.